За прошедшие сутки в Тюменской области 52 заболевших коронавирусом, 56 человек выздоровели. В регионе активно проходит вакцинация от ковида. Тем, кто поставил прививку, рекомендуют соблюдать меры защиты. Даже если вы вакцинированы, даже если вы себя чувствуете хорошо, вы пришли в незнакомое место, в магазин, на какие-то концерты, на какие-то мероприятия, вы видите незнакомый коллектив, вы видите незнакомых людей, скопление людей, которых вы в принципе не знаете, наденьте маску. Это никогда не помешает.